Ограждение для террасы из дерева. Ограждение для террасы из дерева может быть отличным дополнением к любому домашнему интерьеру. Дерево – это красивый, теплый и прочный материал, который может добавить природную красоту к вашей террасе. Вот несколько идей, которые вы можете использовать при создании ограждения для террасы из дерева. Используйте горизонтальные доски для создания современного ограждения. Этот вид ограждения выглядит очень современно и стильно, а также обеспечивает хороший уровень приватности. Используйте вертикальные доски для создания классического ограждения. Этот вид ограждения выглядит более традиционным, но при этом остается прочным и долговечным. Рассмотрите возможность добавления украшений, таких как резьба или панели с изображениями. Эти детали могут добавить дополнительный стиль и интерес к вашему ограждению. Используйте дерево с разными оттенками, чтобы создать визуальный интерес. Например, вы можете использовать светлый дуб для вертикальных досок, а темный орех для горизонтальных. Используйте несколько видов дерева, чтобы создать уникальный дизайн. Например, вы можете использовать кедр для основной структуры ограждения, а затем добавить ветви других деревьев для украшения. Помните, что при проектировании и установке ограждения для террасы из дерева необходимо учитывать местные строительные коды и требования безопасности. Ограждения для террасы из дерева могут быть выполнены из различных пород дерева. Наиболее распространенные виды дерева, используемые для изготовления ограждений для террасы, это кедр. Кедр является популярным выбором для террасных ограждений благодаря своей устойчивости к погодным условиям и насекомым. Красное дерево. Красное дерево известно своей прочностью и устойчивостью к гниению, что делает его идеальным выбором для террасных ограждений. Дуб. Дуб является одним из наиболее прочных видов дерева и может выдерживать тяжелые нагрузки, что делает его идеальным для использования в качестве ограждения для террасы. Тик. Тик является очень прочным и устойчивым к погодным условиям видом дерева, который может длительное время сохранять свой внешний вид без дополнительного ухода. Сосна. Сосна является более доступным и экономичным вариантом для террасных ограждений, при этом она все еще обладает хорошей прочностью и устойчивостью к погодным условиям. Независимо от выбранного вида дерева, важно убедиться, что оно было правильно обработано и имеет защитный слой от погодных условий, чтобы увеличить его срок службы и уменьшить необходимость в дополнительном уходе. Всем приятного просмотра!
Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.